хочу вам показать коллекцию. Это одна из последних новинок от Scrap Money. Коллекция называется «Девичья тайна». У меня здесь часть коллекции, конечно же. Так, ну, традиционно вот такая вот карточка на холсте, тканевая карточка. А потом вот такие прозрачные наклейки. Они на такой прозрачной, немножко полуматовой основе. Очень мне нравится. Я, честно говоря, ни у кого не видела на такой прозрачной основе наклейки. Так, потом один из видов фишек. Скраб-карта. Это листочек с элементами для вырезания. Вот так она называется. Детали тоже. Это один из видов скраб-карт, представленных к этой коллекции. Нравится она мне тем, что здесь можно... Тоже, опять-таки, несколько вариантов работы. Здесь даже можно сделать дамский стимпанк. Не только вот такую нежную какую-то коллекцию, не какую-то нежную работу, а и еще стимпанк. Ну, конечно, уже в дамском таком варианте. Так, у нас, как обычно, набор. Вот здесь красиво очень видно, какой это сложный лист. Здесь очень сложные цвета. Такие переходы серого в розовый. И с обратной стороны традиционные фразы. Так, здесь у нас получается 12 листов в наборе бумаги. Плотность ее 180 грамм. И все листочки разные. Вот здесь даже есть целый лист с шестеренками. С очень красивыми шестеренками. Так, вот такая страничка. Прям, ну, фразы и слова, что надо. Так, здесь у нас такой тоже очень интересный фон. Изображены так шестеренки, прям такое ощущение, как будто они фольгированные. Такая вот хорошая имитация золота. Так, здесь у нас вот такой листочек фоновый. И вот это вот очень красиво, посмотрите. Здесь даже, то есть из этой коллекции даже можно чего-нибудь в боха стиле сотворить. Но в таком боха не в ярком цыганском, а в таком более немножко эко, более приглушенном. Так, здесь у нас тоже фоновый листик с вот таким принтом. И вот тут здесь такие шикарные цветы. Красиво. Мне вот эти вот штучки, они мне так нравятся, прям захотелось чего-то такого сделать. У меня, наверное, нет таких бусин, но это очень красиво. Ой, вот этот лист тоже бесценный, потому что если его порезать, допустим, даже часть взять листика отрезать и вырезать отсюда все марочки, то это такой шикарный декор. Я люблю наполнение такое для создания многослойных композиций. Самое то. Вот это тоже очень красивый. Его можно и как фон пустить, и повырезать чего-нибудь. Здесь прям такие бусины, как будто они настоящие. Так, здесь у нас такие обои и цветы. Тоже цвета такие интересные, цвета сложные, цвета, которые не очень часто встречаются. Немножечко потертый. Здесь уже у меня вырезаются элементы для вырезания. И каждый листик вы можете купить отдельно, если вам понравился какой-то принт. Или, допустим, вот карточки. Тоже. И как основа какая-то для открытки, для композиции. И как какие-то элементы для создания многослойности. И это была коллекция «Девичья тайна» от Scrap Money.